не проедешь. А что ты хочешь? Они написали, что вот этот знак демонтировали. Видишь, вот знак заросший. Да. Да, я поближе подъеду. Сейчас видеорегистратор заснимет. Вот так вот. Чтоб я потом им... Чтоб я им потом написал, сказал, где ж удалили-то? Все как было, так и осталось. Они тебе написали, что удалили. Да. Что они сняли этот знак. Ну, вообще, лодыри пиздец. Нет, ну, знак это снимут, а вот это же не уберут. Нет. А тебе зачем знак нужен? Тогда. Я им написал, что зарос знак. Движение запрещено. Просто зарос, да, знак? Типа обстригите ветки. Чтобы было видно, что туда ехать. Ну, вообще его должны сюда куда-то повесить, чтобы люди сразу увидели, что сюда заезжать нельзя. Почему он висит в каких-то кустах, блин? Он раньше висел не в кустах, это кусты. Прошло 20 лет. Нет, но все равно он должен висеть вот так, понимаешь, чтобы они не видели. Просто я привык кричать. На работе, да? Ну ж там шум, конечно. Они уже два раза, типа, мы обстригли. И, короче, вот эта эпопея уже два года идет. Я им пишу, вы не обстригли, фотку скидываю. Они хорошо, новый срок ставят. Будет обстрижено в срок до такого-то числа. Давай, число это проходит. Быстрее. Крути педали, пока не дали. Ну, мы сами как бы спешим, понимаешь? Сами кто? Так что администрация это вообще... И смотри, рядом знак висит рядом с администрацией. То есть это как бы напрямую позор администрации. То есть у себя под носом нихуя не видят нарушений. И вообще до пизды. Он с секатором мог после работы. Они думают, кто мне что там отписывает? Туда, наверное, никто не ездит. И не обязательно там что-то. Кто вот мне там отписывается постоянно на форуме, типа все заебись. Обстригли. Он бы за это время уже 10 раз мимо с работы шел с секатором и нахер эту ветку откусил бы, чтобы она не мешала. Нет, они будут там сопли жевать. Вот в этом вся суть администрации нашей Алексинской. Просто он там не ходит. Даже простейших вещей даже не могут сделать. Понимаешь? Что надо? А давай-ка мы посмотрим, сняли ли эти и вот этот знак. До 20-го грозились. Не сняли. Не сняли. Вот он знак висит. Какое сегодня число? 26-е, наверное, да? 26 сентября. Знак висит. Обещали, да обещали.